Так, Елена Волчок или Волчек предлагает пить вместе железо, фолиевую кислоту, цинк, плюс обязательно питание, двоеточие, свиная печень, гречневая каша, грецкие орехи, морепродукты, рыба и салаты с нерафинированными маслами. Маслами, не маслом, маслами, со всеми маслами. Через месяц вы увидите результат. Ну, питание прекрасное. Я бы туда еще бокал вина добавила. А я бы пиво. А вы бы пиво, да. Замечательная диета, которая будет сопровождать препараты железа, которые действительно через месяц поднимут и вы гемоглобин, и вы увидите результат вне зависимости от вашей диеты, от того, что вы принимаете. Потому что, конечно, как вернулись к первому вопросу, все препараты железа эффективны. Вопрос ну, дозы. Вопрос дозы, да, но здесь еще предлагается и фолиевая кислота, и цинк. Но это мы уже обсудили, Павел Андреевич. Я думаю, мы не будем уже повторяться. Тем более цинк. Ну, а что может поднять цинк? Не знаю.